Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Чуть-чуть нам в прошлой партии не доехало. Если пришел бы Ктуняка, то было все хорошо, но он пожелал не прийти, и мы проиграли. Да, вот, конечно, Ктунвар, но у меня Ктунвар, конечно, такой, у меня не Мариэль, тут ничего такого нету. Так, я вот Виклора и Сектанта выкину. Не так они мне уж и нужны. Вот лучше, когда у тебя вот этот старт имеется хороший. Так гораздо лучше. Так, поехали. Поехали файтиться. Слово тьмы боль выкинули, кстати, очень даже отличная под слово тьмы боль карта. Это лучше, чем если бы он, например, Волколита дал, и тут, ну, мы бы не добрали. Копию выбранного существа, ты что, тоже Ктунавар? Сюда. Не знаю, тоже ли он Ктунавар или нет, но... Но пока все нормальдыс. Это ты, повелитель? Давайте стакнем броню после, не будем экономить жизнь. Завара всегда выгоднее, чтобы у тебя было меньше жизни и больше брони. Ну, как бы, если есть возможность поменять жизнь на броню, лучше это сделать, чем броню на жизнь менять. Потому что там удар щитом, еще что-то, что работает. Ученики, внимание! О, шикарно, мы сейчас берем карту с помощью алкалита. Сделай мне боль. Кто? Сюда. Отлично, вообще алкалит уже одну карту взял. Может, еще одну возьмет. Не, мы, в принципе, если он сейчас... А, ну что, всего одну карту... Ну, если всего две карты он возьмет, ну, нормально. Так, а вот и сам Ктунчик. Поехали его еще более бафать. Все, Ктунчик пришел. Также у нас две казни есть, что тоже очень-очень неплохо. Ну, пока все идет к тому, что... Существо. О, как хорошо, топ-дек изи. Повиную. Правда, мне, к сожалению, нечего сыграть, кроме этого. Но ничего страшного. Сейчас у нас пойдет и Виклор, и кто угодно. Хотя не факт, может быть, сыграем с мощный удар щитом и щитонос. Ну, точнее, щитоносца и удар щитом. Если он сейчас что-то толстое поставит. Я все о тебе. 2-4, 2-4. Повинуюсь. Ладно, давайте не будем жадничать. Потратим этот самый. Потратим удар щитом. Ты сильнее меня. Отлично, сдался жрец, все, это победа.
Это победа. Есть. Так, еще один квест выполнили. Все хорошо. Что у нас там осталось? 5 матчей в режиме потасовка. Но потасовка, к сожалению, еще не скоро. Так, ну давайте тогда, я не знаю, кем поиграем. Давайте, так тун шаманом не хочу. Давайте к тунорогой посливаем или кем. Давайте жрецом будем его к 500 победам прокачивать. Вот, надо нам его... Ну, я не знаю, как насчет побед, но поиграем, короче, жрецом, чтобы его прокачать потихонечку. Андуин и Джайна. Андуин и Джайна. Свет дарует мне победу. Так, тунчика мы оставим. Эти две карты меняем. Виклор пришел. Ну, вопрос, что это за маг? Сейчас маг... Ну да, это темпо маг. Кто бы это еще мог быть? Ну, единственное, что радует, то, что у нас имеется комба-зачистка. Я мечтаю быть похожей на тебя! Тупорылая фигня. У нас имеется комба-зачистка, и мы, в принципе... А мы даже пока вот так вот будем играть, то есть пытаться это... Он сейчас, конечно, свою даст сраную эту стрелу морозную, но ничего... Да здравствует магия! Не, не дает, это даже еще лучше. А, дает! О, так это вообще хорошо. Все, сейчас мы через монетку играем комбу. Посмотрим, что и как ему это понравится. Давайте играем монетку. И играем комбу. Все, шикарно. Шикарно. Ну, он, наверное, пингом ее доберет и что-то поставит. Чуешь, мурашки? Нет, он решает даже не ставить. Мы тогда поставим вот так вот. А что эта штука делает? Замораживает случайно после того, как вы разыграете заклинание. Ну, он должен пингом добирать. Но он упорно не хочет этого. А, во. Ну, вот так. Так, давайте сыграем в добор. У нас большой перебор по мане идет. Слышишь его, зам? Есть. Дело сделано. Привет, шашлык. У меня есть дейлик сыграть с другом. Ну, давай. И можно. За меня. Так. Так, 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 так. Алкалита мы, пожалуй, у него за... Не, ну это совсем грубо будет. Так, а как же сделать? Надо подумать. Как же лучше сделать? Спящий пробудился. Ладно, поехали вот так вот. Сейчас у нас на 7-й ход пойдет император Виклор. Конечно, он сейчас алкалитом будет добирать карту. Вы это видели? Как? Он теперь алкалитом не сможет добрать карту так, чтобы не разменя... Ну, полностью не разменя... Ну, только пингом он может добирать. Пингом он закатином сможет добирать, ну ладно. Блин, ну...
Четкие стрелы вообще залетели. Четкие стрелы. Так. Давай, Виклор, гоу. Ну, круг исцеления я пока не вижу особого смысла играть. На Ктуне у нас 13. Так что нормалек. На Ктуне у нас 13. Еще он пингом добирает. Да, ну конечно, Алкалита, ты четко разыграл, колдун. Ничего тебе не скажешь. И еще добирает. И еще добирает. Тал нас пошел. Ты еще скажи, волну огня ты как-то родишь. Но у него маны нет на волну огня. Чтоб ее родить, поэтому он сейчас будет... Ага, пошел факел. Пошел факел. Так. Чего тут? Ага, и все на этом, да? Так, давайте, наверное, кругом похилимся. Какая боль. О, волну огня взяли. И выставим этого. Значит, волна огня там имеется. Ну, теперь и у нас волна огня имеется. Так, ему теперь будет... Алекса пошла. Ой-ой-ой, беда бедовая. Беда бедовая. Не, ну 17 он не убьет. 17 он не убьет однозначно. 17 он не убьет однозначно. Отлично, есть победа. Ну, айсблока не было. Я просто думал, будет, как обычно, несколько айсблоков, ну, неуязвимости. И это. Так, Антошка, я все. А, так вот, его можно предложить, пригласить на стандартную дуэль, да? Во, поехали. Так, ну давайте к Тун-шаманам поиграем. Для разнообразия. Ктун-шаман. Подметаем прах существ. Хорошее дело. Трал и Джайна. Трал и Джайна. За молот Рока. Хорошая стартовая набор. Хорошая стартовая набор. В принципе, можно попробовать поиграть. В принципе, можно попробовать поиграть. Так, ну это походу этот стандартный. Приветствую тебя. Стандартный, как он, темпо маг. Ну сейчас походу других и нету магов. Ой, как ему заехало, ребятушки, Как ему заехало. Так, тут надо срочно это самое. Срочно собак играть. Тут надо срочно играть собак. Роги, сила.
Добираем его этих... Добираем его монозмея. Ой, поджигатель, сейчас пойдет ботва. Сейчас пойдет ботва в хату. О, кстати, неплохо залетели. Копии. Так. Не, ну надо убирать вот этого говнюка. Блин, конечно, вот этот поджигатель еще нам портит ситуацию, но монозмея лучше убрать тоже. Тоже лучше убрать. Так. Пингует. Добирает так. Сейчас доберет заклинание. Ну тут, да, тут все четко он сыграл. А нет, смотрите-ка. Так, отлично, отлично, отлично. Мы разобрали этот стол. Добирает моего трога. Идет элементаль воды. Так, пока вроде бы стол удалось вернуть себе. Ой, пока вроде бы удалось вернуть стол себе. Так, что-то там за этот самый, за секретик вешает маг. Еще и зеркалочки идут, да? Так, ну если отражёнка, лучше отдадим зовущую зло. Да, отражёнка, а теперь отдадим уже этот, доборный тотем. Доборный тотем отдадим. Изеру нам дропает, хорошо. Изера это здорово. Изера это великолепно. Так. Ставит дракона усиливающего за одну и добор. Стрелы. Ну, стрелы тут вряд ли хорошо залетят. Хотя, кстати, нормально. Чё, забрали тотем. Ну, в остальном-то ничего такого. Так. Ну, эту единичку заморозку я не буду тратить. Еще один тотем прилива дропнул. Хорош. Хорош. Кобальт пошел. Талнас пошел. Сюда. Так. Так, так, так. Так, так, так. Как же быть тут? Это ты, повелитель? Это была ошибка. Отлично, дропаем, но пока еще кто нам и не нашли. Да я боюсь волну огня там поймать. Да здравствует магия! Дропают мне карты еще.
Да где же Ктун-то, а? Ктуна-то так и нет. Тоже дропает карты. Ледяная. Так. Сюда. Бьем, бьем. Опять, ну где Ктунчик? Не, ну это издевательство. Опять мне Ктун не заезжает. Что ж такое? Я боюсь. Хотя тут уже волна огня особо меня не пугает. Тут уже волна огня особо меня не пугает. Так. Добил это, но, честно говоря, мне... Бранзоборот. Последней картой Ктун, вы представляете? Вот же ж совпаденьице. Последней картой Ктун. Ищет Flame Strike. Но ему волна огня, походу, не заходит. Факел пошел. Не плохо слышно. Эта партия за тобой. Так, все, мага мы раскатали. Ха. Странно, мне почему-то не дали этот самый. Антошка, видимо, нас обманул. У него не было этого квеста. Он просто хотел, наверное, поиграть. Антошка обманщик. Может, я должен тебя пригласить? Ну, давай, проверим. Проверим, я просто этот самый, если он сейчас меня пригласит и ему опять не дадут. Вот, да! Видимо, этот самый. Так, ну давайте теперь друида возьмем. Видимо, должен приглашать тот, у кого есть квест. Понятно. Ну, тогда выбирай колоду быстрее. Есть у меня квест. Он еще и мой стрим смотрит. Ой, забавно. Он еще и мой стрим смотрит. Блин, видос затягивается. Получается, должен приглашать тот, у кого есть квест. Этот самый, ну, на 80 голды. Но теперь я это буду знать, хотя... Такие квесты, а я не знаю, такие квесты теперь всегда будут или... Или как? Так, он взял жреца. Он взял жреца. Давайте мы вот так заменим.
Ой-ой-ой-ой-ой, тяжелая у нас рука. Вряд ли тут у нас что-то выйдет, ну ладно. Хотя нет, сейчас на топ-декаем. Поехали, саженцы в атаку. Саженцы в атаку, сейчас на топ-декаем, ёптить. Не одно, так другое. Это ты, повелитель? Так, это походу Ктуна жрец. Ну логично, раз он тут Ктуна эту. О, буйный рост. Я говорю, на топ-декаем. На топ-декаем, изи-пизи. Лемон сквизи. Так, что-то он решает напасть свою эту зовущую зло. Честно сказать, непонятно, зачем ему такие апы. Ну ладно, давайте. Мы пойдем вперед. Мы пойдем вперед. Кто он защищает? Так, избранница Ктуна, да? Так, ну давайте сейчас разберем тогда стул вот так вот. Вот таким образом. Разберем стол вот таким образом. Ну, у него, наверное, тоже такой чувак есть. Он сейчас моего дракона заберет. Ну, ничего. Мы потом два вот таких дядьки поставим. Круто, наверное, играть со стримером в эту игру Easy Fight. Так, дело в том, что он же ничего не дает. Ну, то есть, ты даже если выиграешь... ну... Оно ничего не дает, как бы. Слушай внимательно. Даже если, ну, как бы, ну, карты видишь, да. Ну, а какая разница? За дружеские матчи тут как бы не важно, кто сейчас выиграет. Нам обоим по 80 голды дадут. Поэтому не принципиально, выиграет он или я выиграю. Артефакт у тебя? Ух ты, а золотая обезьянка. Нифига у него что в колоде имеется. Золотая бибизяна. Так, поехали в атаку дальше. Поехали в атаку. Надо будет сейчас, наверное, карты добирать. Золотая бибизяна. Не, можно, в принципе, на морозе выкатить Ктуна, на самом деле, а чё бы нет. Жёстко так, будем поступать жёстко. Выкатим Ктуна на морозе. Вот. Ну и потом макс-видео. Я тебе скажу так, если тебе не заходит, то независимо от того, видишь ты карты, не видишь ты карты, ты все равно как бы это, ну, не факт, что выиграешь. Он уже близко! Мне нанести удар. Имя природы. Так что, тут такое дело, знаешь. Может и... Может и не повезти, даже если ты видишь карты противника. Вот. Если противнику заходит, а тебе нет, то... Ну, он тут всячески пытается, конечно, расконтролить, захилиться. Блин, ну, кстати, жрец, что касается этого, хилится очень круто. Так, давайте делаем добор. Давайте еще вот такой добор сделаем, переберем. Да я хочу найти воскрешателя Ктуна. Но воскрешателя Ктуна мы не дошли. Ну, зато перебрали карт довольно много. Слушай
давайте. Карт много перебрали, и теперь у нас есть что сыграть на следующий ход. Есть что сыграть на следующий... Опа, йог пошел! Ну не хо-хо-хо-хо! О, хорошо. Первое заклинание меня уже радует. Отлично, вообще хорош йог. Так, дал ему карту. Древний, это, конечно, напряг. Ой, дал ему еще этот. Так, ну, в принципе, ничего критично страшного не произошло. Переизбыток маны. Вот эти древние, конечно, то, что тут стали, это напрягает. Напрягает. Пым-пы-пым. Так, ну поставим вот так вот. Тяжело ему будет забирать 4-10. Вот. Ну, йог сыграл неплохо. Йог сыграл неплохо. Ой, Ктун! У него и Ктун, и йог! Нихера себе! Вот так к такому жизнь меня не готовила. А, ну подождите, мы походу сейчас его залеталим. Потому что он не убьет всех. Да, мы сейчас просто бананами апнем свою. А нам даже апать не надо. Мы его просто добиваем этой штукой. Ну видишь, даже несмотря на то, что он там смотрел или не смотрел мой стрим, но... О, 80 голды теперь дали. Но этот самый, если мне зашло, а тебе не зашло, как бы, ну, что толку? Вот. Тут хоть смотри, хоть не смотри, а проиграешь. А если заходит, так хоть смотри, хоть не смотри, выиграешь. Поэтому это не изи. Ладненько, я тогда этот выпуск на этом заканчиваю. Спасибо тебе за 80 голды, Антошка. Вот. Ну и всем, конечно же, тоже большое спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.